нашем цехе в январе 2014 года была запущена установка конвертер H150 итальянской фирмы Ampeco. Мощность обезвреживания 150 кг отходов в час. В январе 2015 года планируем запустить еще одну установку конвертер H200 мощностью 200 кг отходов в час. Суммарно, итого цех будет обезвреживать в час 350 кг отходов. Оборудование цеха построено на методе влажного жара или протеинового лизиса. Суть метода заключается в измельчении отходов с дальнейшим их стерилизацией при температуре 155 градусов по Цельсию. На выходе получаем стерильную крошку до 30% меньшую по массе и до 10 раз меньшую по объему. Настоящий проект реализован фирмой ЗАО «Килем», город Москва, при непосредственном участии руководителя фирмы Андрея Кима и коммерческого директора Андрея Мельникова. Со стороны Чувашской республики проект был поддержан главой республики Михаилом Игнатьевым и министром здравоохранения и социального развития Аллой Самойловой. Проблема у нас не решалась десятилетиями, и вот нашлись предприниматели, инвесторы, пошли на определенные риски, и на условиях частно-государственного партнерства запускаем первый этап, первый конвертер, который будет перерабатывать наши медицинские отходы. Я думаю, что, естественно, потребителями этих услуг могут быть все лечебные учреждения, а далее мы даже можем говорить не только о лечебных учреждениях, а о каких-то других социальных объектах. Самое главное – это то, что я думаю, что мы получим все-таки экологическую безопасность. Вот это, наверное, самое главное. То есть и обезопасим себя и вокруг окружающих от инфекционного воздействия разных вредных факторов медицинских отходов. В конвертер загружаются отходы непосредственно из отделения больницы без сортировки. После переработки отходов получается полностью сухой стерильный продукт с уменьшением первоначальной массы до 30% и объема до 70%. Процесс переработки позволяет обеспечить полную стерилизацию независимо от первоначальной бактериальной нагрузки исходного материала. Весь процесс проходит в стерилизационной камере. Температура материала постоянно контролируется инфракрасным датчиком. Дезинфицирующая жидкость используется для обработки в конце каждого цикла для ликвидации запаха. Паропоглощающая колонна очищает пар от взвешенных частиц. Насос вытяжки обеспечивает движение пара в одном направлении и создает незначительное разрежение в системе, что предотвращает попадание зараженного воздуха в окружающую среду. Система абсолютной фильтрации очищает воздух с эффективностью 99,999%. Нагрев осуществляется за счет трения самих отходов при вращении ножей. Ножи измельчают отходы, и их кинетическая энергия преобразуется в тепло. Эффективность процесса повышается за счет неподвижных ножей, вмонтированных в стенку камеры.